Что такие передачи все-таки принесут какую-то пользу, хотя бы для того, чтобы нас услышали те самые депутаты, там, люди власть придержащие, которые все-таки послушают, что думает народ. Потому что мы, артисты, мы собираем эти мнения, ну, если, конечно, не просто выступаем там и крутим одним местом, хотя такие, конечно, тоже есть. Но в основном я приездила, я по всем регионам спрашивала у людей, а чем вы живете, а что у вас здесь произошло. И там люди рассказывают, а тут нам закрыли один завод, а там у нас закрыли другой завод. Откройте людям заводы, пусть они работают. И пусть будет экономика, и тогда у нас будет работа. У артистов-то уже тоже работы нет. Вы добились того, что, разрушив экономику, вы разрушили, так сказать, залезли в кошелек страны, и теперь все вот эти вот профессии, так сказать, дармоедские все эти, артисты там, шоу-биз, клоунские, развлекательные, они все сдохли, в общем-то, задыхаются, потому что нет стабильности, и люди не хотят идти в кино. Понимаете, поэтому уже Михалков-то чем и хочется? Фастфудом заниматься. Правильно мыслит, товарищ? Короче говоря, полезная программа, приятные собеседники. Мне было интересно отвечать на все вопросы. Светлана Райзена, всех люблю.